Друзья, приветствую! Сегодня на обзоре водка «Зеленая планета». Изготавливается из натуральных ингредиентов и воплощает в себя богатство и чистоту природы. Будем пробовать, давайте. Вскрываем. Так. Запах ровно такой, еле-еле уловимая водочная составляющая. В нос не прошибает. Будем, друзья, пробуем ваше здоровье. Мягкая водка. Мягкая. Мягкая, да, питкая водка. На послевкусие немного такая сладинка, но это такая. Не так, как бывает сладкая. Сладкая такая еле уловимая сладинка, а так питкая, мягкая. Смотрим, друзья. Так, Глазов дистиллери, 1900 год. Зеленая планета. Друзья, у нас вот эта этикетка сделана из кожи. Вот посмотрите, я не знаю, вот передает... Прям тактильно все выдавлено. Кожа. Ну, эко-кожа, наверное, да. Но очень приятно, добротно сделано. Достойно смотрится, конечно, и бутылка, и дно такое, ляньте. Как в премиальных водках. Так, зеленая планета, Green Planet. Quality продукт. Оригинальный российский рецепт. 40.05. Произведено и разлито в России. Премиум водка. Фильтрация активным древесным углем. 40. Качественный продукт 0,5. Так. Развита и в России. Так, и посмотрите, как у нас здесь, да? На заднем плане медведь. Медведь и елочки. Речка. Бурлит. Сзади он виден. Так, крепость 40. Объемная доля этилового спирта. Водка «Зеленая планета». Изготовитель. ОАО «ЛВЗ Глазовский». Местонахождение Россия, Удмуртская республика, город Глазов. Так. Объем 0,5. Срок годности не ограничен. Состав. Исправленная вода, спирт этилово ретификованный из пищевого сырья люкс, сахарный сироп, мед, настой спиртованный... А, смотрите, друзья. Мед, потом настой спиртованный, дальше идет... Мака пищевого, семена, кедровых орехов, ядро, пшеницы, зерно. Все. Еще раз. Состав. Исправленная вода, спирт этилово ретификованный из пищевого сырья люкс, сахарный сироп, мед, настой спиртованные. Мака пищевого, семена, кедровые орехи, ядро, пшеница, зерно. Первый раз пью водку, в составе которой мак пищевой, семена. Интересно. Ну, мягко пьется. Мягко пьется. Давайте повторим. Оформление, конечно, добротное. Вот это прям кожаная вставка. Тактильно приятно. Запах тоже ровный, такой еле уловимый водочный аромат. Так, вторую пробуем, друзья, ваше здоровье. Сальцом. И огурчиком.
Питкая мягкая водка. На послевкусие немного отдаленно сладит. А так ничего. Хорошо. Друзья, в составе водки «Зеленая планета» нет ничего лишнего, как нам заявляет производитель. Ни ароматизаторов, ни консервантов, ни ГМО. В основе процесса производства лежит классическая технология. Базовым компонентом является зерновой спирт-ретификат категории «Люкс», который добавлен на настой из зерен пшеницы, кедровых орехов и семян пищевого мака, мед и сахарный сироп. Ну, я думаю, мед они добавили для сладинки, а сахарный сироп для умягчения, ну, как я предполагаю. Что еще известно, друзья? Алкоголь тщательно фильтруется через кварцевый песок и активированный уголь. Здесь нам вот это написано здесь. Для доведения напитка до крепости 40 оборотов используется специально подготовленная вода, которую на первом этапе умягчают с помощью накатионовых фильтров, а на втором обессоливают методом обратного осмоса. Вот так-то, друзья. Неплохая водка. И оформлена хорошо, красиво. Так и на стол поставить. Думаю, каждый обратит внимание. Так. Третий, друзья. Будем ваше здоровье. Мягко заходит. Сейчас. Лучок. Немножечко сладость на послевкусие, язык ощущает ее. А так вполне себе. Мягкая питка, я повторюсь. По цене, друзья, 400 рублей с копейками, 400 с лишним. Я рекомендую попробовать, повторюсь, мое мнение, как она мне зашла. Пьется мягко и на послевкусии легкая такая ненавязчивая сладинка. Кто прям такие водки не любит, не мягкие, там, чтобы сладость присутствовала, такие как ядреные, может быть, не понравится. А так мне зашла. Мягонько и на послевкусии такое сладинка. Сугубо личное мнение, конечно, друзья, помним. От вашего может отличаться. Благодарю всех, кто поддерживает канал материально. Информация есть в описании, кому интересно. Подписывайтесь на канал, на другие соцсети. Дзен, Телеграм, друзья. Помню, чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья. До встречи. Пока.